Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас выезд к клиенту. Мы на торф-предприятии, и нас встречает вот такой вот интересный трактор с нашим дополнительным оборудованием. Ну, давайте пройдемся с трактора. Это Вальтра 234, 21 года выпуска, абсолютный свежак. Она идет у нас на тройных колесах, то есть это тройная спарка. Выглядит достаточно так фундаментально, смотрится очень уверенно. Спереди у нас груза, буксировочный крюк. Также можем наблюдать пневмоподушки. Нахожусь прямо около трактора. Двигатель работает очень тихо. Поскольку данная организация занимается торфозаготовкой, мы поставляли такой вот траншеекопатель. В простонародье морковка. Сейчас мы его застали в работе. Далее тоже будут кадры с данной установкой. Привод у нас здесь идет механический. Также есть гидравлические линии для управления боковыми вот этими вот крыльями. То есть они у нас на гидроцилиндрах. Далее видно у нас здесь зубцы. Здесь еще зубы дополнительные. Заглубление и высота данных установок есть разные. По поводу более какой-то детальной информации можно уточнить у наших сотрудников. Также здесь имеется финнами запатентованная муфта для того, чтобы сберечь трансмиссию. Это муфта ПОК. Она находится вот здесь. У нас данная модель Mary Pitt. Сейчас махнем от JK 1.3. Такая замечательная комбинация, работает просто превосходно. Сейчас давайте залезем в трактор, немножко посмотрим на Вальтру внутри. Кондиционерчик. Музычка. Кондиционер, музыка. Все удовольствия для оператора. Здесь у нас тут органы управления. Джойстик с органами управления также. Блин, как же приятно все-таки находиться, ну, в новом тракторе. Здесь, видимо, дополнительные разъемы. Вилочка, розеточка. Всевозможные регулировки. Здесь у нас управление климатической системой. Магнитола, видно, что она штатная. Прям с завода. Освещение. Также такой есть дисплей. Все температуры можно контролировать, все можно мониторить. 1024 моточаса до сервиса, 175 часов. Так интересно, а панель сенсорная? Да, тачскрин. Тачскрин дисплей. Также органы управления. Ну, великолепно выполнено, великолепно сделано. Включение-выключение ВОМа.
навеска и далее всевозможные приколюхи. Тут по этой стороне у нас ящички, фонарики и дополнительное сиденье. Фонарик, я так понимаю, съемный, магнитный фонарь. Только его включить. А вот, пожалуйста. Как в Шкоде Симпли Клево. Вот, пожалуйста, магнитный фонарик. Да, замечательный трактор, прекрасное дополнительное оборудование, прекрасная установка, великолепная комбинация работы. В работе проявила себя просто замечательно. Итак, друзья, мы переместились в Альтру замечательную, которая на спарках, по три колеса на каждое колесо. Сейчас под нами получается траншея. Вот видно, что у нас между колес траншея, какие-то колеса у нас вывешены, какие-то колеса у нас как раз таки нас и держит. Сейчас будем проходить канаву. Мы сейчас что делаем? Запускаем ее, да, ну, уже? Пока еще нет, сейчас поставлю. Подготовительные пока, да, вот процедуры. Под уменьшитель поставлю. Да, сейчас. Я смотрю, у вас там ломик на ней, да, еще приварит. А как же, а трос намотаете? Ага, то есть троса убираете, это, да? Это все по-русски. Да. Все, у нас запустилась морковка. Ну и вот мы делаем, конкретно мы делаем свои первые метры. Оператор опытный, уже не первый год работает в сфере торфа с данной морковкой. С данной морковкой вы с этого года, да, трудитесь? Ну, не, ну до этого еще трудились. Но именно вот с этой вот вы где-то... Вот, вот с этой, да, да. Быстро привыкли к ней? Да. Потому что опыт у вас уже, ну, как был. Да, 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 вот есть. Ничего сложного тут нет. Ну а новичку бы тоже будет не нет, сильно нет, тяжело, нет, да? Нет, конечно. Одна-две буквально канавы пройденные, да, и уже все будет понятно. На таком тракторе, да. Сейчас у нас пока особо ничего не раскидывается. Потому что мы по земле, да, идем. Она эскаватором укопана глубоко. Глубоко? Ну, не достает из-под эскаватора. Да. Ну, сейчас дальше будет, где глина будет, жижа. А мы будем. Так, ну, самое главное, чтобы ходила вода. Да. Здесь подровняем сейчас ее здесь. Так, а что у нас сейчас по оборотам получается? Оборотом 2200. По оборотам 2200. Скорость у нас получается сейчас на ходике километр. И ВОМ у нас на 1000 оборотов, да? Да. Установка не дает каких-то дополнительных там, ну, сильных вибраций или еще чего. То есть мы едем, в принципе, как едем. Ну, да. Ее присутствие особо ощущается. Сейчас будем уже кидать жижу.
появляется легкая вибрация, когда что-то попадается, да, нам корни, либо палки. Да, пенек попадается. Да, пенечек попадается, уже вот начинается небольшая вибрация. Раскидывает замечательно у нас, на сколько метров, наверное, ну на 5, на 6 это точно шмаляет, если не более. Ширина карты 20 метров, почти до конца карты. Почти до конца, значит, у нас получается почти метров на 18 кидает. А длина какая у Хановы? Транши, да. 500 метров. Вот так будем ехать 500 метров со скоростью 1 км в час. И приводить эту канаву в порядок. Между канавами 20 метров у нас, да, ширина? Да. И, то есть кидаем мы практически, ну, метров на 18, на 19 шмаляем. А это что у нас здесь показывает? Да я смотрю вот температуру этого двигателя, ну, чтобы уже точно мне надо. И температура трансмиссии, да, 65, и 53, это что у нас? Гидравлика. Температура гидравлики. Здесь у нас обороты двигателя, да? Нет, ВОМа это. А сколько здесь всего вот этих траншей канав? Очень много, да? Очень много. Ну, здесь вот на этой... На этом участке, да? 63, что ли, или 60. 63 траншеи, да. Все надо пройти, да? А сколько вы уже прошли? Там 15. И здесь, наверное, штук 15. Половина. Половина пройдена, да? И сколько у вас это времени заняло? С пятницы вот. Половину, да? Пятница, понедельник, вторник, сегодня среда. Четвертый день. 4 дня, получается, 15 траншей. 30, да. 2 дня. Оп, 15 штук, оп. Пенек, да. Пенечек, да, попался. Достаточно короткий промежуток времени мы прошли уже метров, наверное, почти все 500. Почти все 500 метров прошли. И осталось нам совсем чуть-чуть, метров 50. Комфортно. Продуктивно. 4 дня, 30 траншей. Все по 500, да, метров? Да. С той стороны побольше как-то, да, кидает? На эту сторону? Да, там поменьше. Он так вот так крутится. Да, то есть по направлению моркови. Все, финальные метры. Также нам в траншеи, вот я наблюдаю, попадаются мелкие деревца, где-то по там 3-5 сантиметров. Их также перемалывает, да, и выкидывает просто, и все. Финальные метры траншеи. Скоро будем доставать установку.
классно. С водичкой. Все, полностью поднимаем, достаем установку и выезжаем на твердую землю уже. Все, спасибо большое. Все, вот так вот мы прокатились, побыли немного с оператором трактора и траншеи-копателя. Вот результат работы. Две траншейки. Одну сделали мы вместе.